Я стараюсь никого не обижать и быть хорошим. Даже за глаза человека не оскорблю. Даже мне не чужой уважаю, предположим. Только я никого не люблю. А люди любят. Они стоят с букетами в метро, как будто ждали свидания целый год. Люди любят. Устали столовое серебро. Достают на юбиле, покупают коньяк и торт. Люди любят. Хватают гантели, крутят педали по утрам. Терпеливо выгуливают собак. Угадали, люди любят, да еще как. Мне стало жутко, спасите Русь. Повсюду бабочки, розовые пони. Жизнь — это шутка, и я смеюсь. Хотя на самом деле юмора не понял. Все в мою сторону смотрят и молчат. А я в кармане прячу мокрые ладони. И самозванец, и меня наверняка разоблачат. Доказать это могли бы для чего, иначе людям карате и борьба. Люди любят, они кому-то дуют на ушибы, температуру мерят по сумме. Люди любят, готовят сюрпризы, везут заказы, вяжут варежки и шапки, чтобы кто-то не мерз. Послушайте, ведь если добывают алмазы, значит на кольца с камнями есть спрос.